И сегодня же во Франции стартует одно из ключевых событий мирового кинематографа – Каннский фестиваль. В этом году он юбилейный, 70-й. Откроет его конкурсная лента «Призраки Исмаэля» Арна де Плешена. В основной программе и лента украинского режиссера Сергея Лазницы «Кроткая». Всего на золотую пальмовую ветвь претендует 18 картин. Жюри конкурса возглавит культовый испанский режиссер Педро Альмодовар. Компанию ему составит Уилл Смит, Ума Турман и другие звезды кино. Церемонию открытия и закрытия будет вести итальянская актриса Моника Беллуччи. Обладатели главных наград Каннского фестиваля 2017 станут известны 23 мая.